Вы разве не знали, что где-то есть клад? Ух ты, что за клад? Рома, кажется, это карта, и нам нужно полностью ее собрать. Давай, давай. Получается. Давай, давай. Улетаем. В истории самым знаменитым детективом был Шерлок Холмс. Рома, оказывается, Шерлок Холмс мог распутать любые преступления. Давай, давай, я тебя сейчас там догоню. Конечно, он. Ну, Рома, сделай потише. Папа, так скучно, может, сходим на улицу погуляем? Рома, ну ты видел там, какая погода холодная? И вообще, я устал. И просто хочу полежать. Ой, разлеглись! Весь диван уже пролежали. Не знаете, чем заняться. У тебя что, есть идеи получше? Да, конечно! Вы разве не знали, что где-то есть клад? Ух ты, что за клад? Сами увидите, когда найдете. Скорее ставь лайк, если ты тоже хочешь найти клад. Хм. И что нам для этого нужно? Вам наверняка понадобятся нерфы. Ну, чтобы искать подсказки. Мне это уже нравится. Рассказывай, что еще? Берите нерфы, да на улицу идите. И все? И все? Ну так, неинтересно, я дальше буду отдыхать. А мне понравилось идея, я пойду собираться. Да не хочу я, Рома. Папа, если Хелбик что-то придумал, это будет очень интересно. Ладно. Погнали! Ну и что? Мы так и будем идти с этими автоматами? Что люди-то про нас подумают? Да ты чего как маленький? Не выспался, что ли? О, папа, смотри, там шарики! Они не просто так здесь. Вот их нам и надо лопнуть. Рома, кажется, это карта, и нам нужно полностью ее собрать. Папа, пошли искать скорее новые шарики. О, бежим туда. Ты это чего? Это мой шар. Нет, мой. Да вы же одно дело делаете. Какая разница? А давай вместе. Давай. Ура, я попал. Нет, это я попал. Хелпик, а сколько всего записок? 11. Нам осталось еще 6 записок найти. Точно, отправляемся на поиски. Рома, смотри, там еще один шар. Папа, на записку. Здесь я больше не вижу шаров. Отправляемся в другое место.
Так, у нас здесь три шара. Синий, красный, розовый. Папа, ты лопаешь розовый и синий, а я красный. Договорились. Как думаешь, в какую сторону нам бежать? Папа, побежали в эту сторону. Папа, стой, вот же сам. Ты, шарик, будешь моим. Папа, я нашел последнюю записку. Пошли собирать карту. Рома, смотри, какой маленький муравей, а несет какую большую шишку. Смотри, а этот пытается занести палочку к себе в муравейник. Папа, да нам некогда на этих муравьев смотреть. Пошли карту собирать. Ладно, бежим. Рома, мне сначала нужно забрать рюкзак, там у меня все остальные записки. Ну все, теперь можно составлять карту. Давай, Рома, помогай мне себе разбирать на каком-то кусочке. Надо их собрать все в одну целую картинку. Точно, это же наша квартира. И клад находится в ванной. Нам нужно идти по этим стрелочкам. Пап, давай скорее идем на кухню. Этот путь. Да. Рома, клад под ванной, скорее туда. Ну что, Рома, нашел что-нибудь? Да, что-то нашел. Ну, что там? Чайник. Ой! Ты видел этот голубой дым? Да, конечно, видел. Что это могло быть? Не знаю. Пойдем тихонечко проверим. Эй, привет! Я Джин, и я могу исполнить три любых желания. Я хочу новый мёд. Будет выполнено! Вот это мёд! Сейчас мы проверим твою меткость. Ура! Я сейчас мёд! А сейчас я загадываю желание. Нет, я же чайник нашёл. Поэтому я буду загадывать желание. Скорее загадывай второе желание. Я хочу быть чемпионом мира по боксу. У-ху! Будет выполнено! Скорее загадывай третье желание! Рома, а давай загадаем? Да, давай! Мы хотим, чтобы ты остался здесь и исполнял наши желания всегда. Будет выполнено